В парке имени Льва Толстого обустраивают рок-площадку на месте, где десятки лет назад был «Зеленый театр». Территорию расчистили, а для большего преображения пригласили победителя химкинского конкурса среди мастеров граффити. 3 недели назад на этом месте были заросли кустарников и развалины. Сейчас, несмотря на капризы погоды, ведутся работы по благоустройству. Правда, роспись пришлось приостановить. Из-за дождя краска растекается. Осталось завершить силуэты. В качестве главных героев автор выбрал культовых исполнителей. Джима Моррисона, Фредди Меркьюри и Виктора Цоя. Они же рокеры в коже, черное, пламя, взрывы у них на сцене. Ну, я художник профессиональный, у меня 2 художественных образования, так что это не составляет труда. Раньше здесь под открытым небом проходили киносеансы. Из маленького строения бил луч проектора. Также сюда приезжали театральные коллективы и показывали спектакли. Здесь готовится в День города рок-концерт с участием наших 10 лучших команд города в этом направлении. Ну и, конечно же, есть у нас и приглашенные коллективы, как, например, «Круиз», «Атака», такие тоже рок-команды. В целом на такую работу у автора уйдет 1,5-2 недели.